Да, Катя ругается матом. Мы еще едем по двусторонней дороге. Теперь мы приехали в город Салерно-Порт, припарковались наконец-то, и сейчас мы идем уже ближе к морю. И надеюсь, скоро попадем на пляж. Русский салат. Пойдем? Мы подошли на пляж. Это красивый. Атмосферный, с лодочками. И людьми. Все, мы покупались. У нас был экспресс-пляж. Теперь мы едем домой, потому что нам ехать домой целый час. Да, 45 минут. Потом мы хотим попасть в Пальму, потому что там начались распродажи. Да, распродажи – это вещь. Зару. Собственно, что нас интересует, один магазин. И Zara Home тоже. Вот, поэтому в путь по красивой дороге. А еще мы делаем фоточки вот этого классного стола. Татуировки, драные джинсы. А, да, но я была занята. Я видела, там была очень колоритная. Там была такая дама. А мы идем в Zara, смотреть, если там сейл или нет. Есть. Она там. Учитывая, что там мужики покупают у входа, пойдемся. Сейл, чтобы смотреть. Здесь очень много людей и очень много скидок. И вообще это второй уже этаж Zara здесь. Короче, история такая. Я взяла кроссовки, я хочу взять, но когда мы мерили, их забрали. И вроде мне сказали, что они на кассе. Я очень надеюсь, что они там. Все, они были на кассе, здорово. Я купила себе белые кроссовки, вот такие, поменьше размером. Y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame. Cuídame de eso que tienes. Oye, baby, no seas mala. No me dejes con las ganas. No me dejes con las ganas. No me dejes con las ganas. No me quieres, ven y dímelo en la cara. Pregúntame si tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe. Un día digo que no hay otro que sí. Mi cuerpo un egoísta. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Ну и после шопинга, конечно же, нужно запить и заесть. Самым голодным. Мы приехали на другой пляж. До него еще нужно дойти. Мы идем по ступенькам. И живописные ступеньки. Красивая Катя. И пальмы, пальмы нас ждут. Сегодня наш пляж с такими красивыми пальмами. ¿Quién te dijo esa mentira?
quieras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado en guerra morirá. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres experta en robarle latidos a mi corazón. Y tú... Вот так выглядит дети фри. Круто. На Майорке? Не сравнение с Люксембургским. Вот и подошел к концу мой двухдневный отпуск. Мы сделали кучу красивых фотографий. Было крутое море, крутые пляжи. Спасибо.